Сегодня на еженедельном совещании в Доме правительства озвучили официальную информацию о самочувствии главы региона Михаила Игнатьева. В пятницу по поручению Кабинета министров Чувашской республики я находился в городе Санкт-Петербург. И официально хочу доложить, сегодня глава Чувашской республики находится на плановом лечении многопрофильной больницы. Подчеркиваю, на плановом лечении многопрофильной больницы. И та информация, которая сегодня распространяет некоторые средства массовой информации, не соответствует действительности. Состояние Михаила Васильевича стабильное, настроение бодрое. Михаил Васильевич Игнатьев в курсе всех событий, которые происходят в Чувашской республике. Значит, он сегодня дает личные поручения министрам, руководителям государственных комитетов и служб. Значит, контролирует ход их исполнения. И мы в ежедневном режиме, значит, что Иван Борисович, что я, докладываем о том, что происходит в республике. Еще раз мы подчеркиваем, это плановое обследование и лечение.